Приветик. А сейчас мы так прогуляемся. Уже вечер у нас. Да? А сейчас будет трястись. Возьму Фиби левой рукой. А мы будем гулять. Так, айди. Айди, Бубу. Опа, 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 опа. Там наш камп, ну, другой раз покажу. Красиво, красиво. Фиби, идем доле. Дочь вам. Она хочет домой, то есть свой камп. Там собачки. Надеюсь, она будет дружить с ними. Покажу вокруг да около. Сейчас, когда никого нет. А завтра покажу тоже, когда будет людей. Возможно, Фиби будет ругаться с этими собакочками, ну, не важно. Вот поставили здесь песок. Привет. Это чья-то собака? А это бомж. Бомж собак. Поставили здесь песок. Ну, знаете что? Айда Фиби дома. Лудачо. Ну, песок мне не нравится. Дочь вам? Песок мне, друзья, не нравится. Потому что остается на ногах. Когда вы видите из воды, он у вас остается на ногах. Вот где мусор должен лежать, а не вокруг да около. Тоже мне не нравится. Не знаю. Детям, наверное, нравится песок. Но мне нет. Вот сейчас моя собака будет гулять здесь, и, возможно, она будет писать. Вот сейчас прошел уже закат, и люди дома уже, ну, некоторые, некоторые остались. Айде. Мы не хотим, чтобы она покакала здесь. Трясется, наверное. Ну что поделать. Вот из этого сегодня продавали мороженое. Мороженое. Из этого, да. Айде. А я вам покажу. Это вообще-то озеро моего детства. Вот некоторые людей. То есть некоторые люди так оставляют свои домики. Как это называется вообще? Тент. На английском. Оставляют так, и когда они вернутся, там их ждет этот свой домик. Ну, я бы не сделала. Вот мне этого нужно. Вот это такое. Я бы в этом даже жила. Со своими собаками и... Вообще ничего бы не было мне нужно. А я вижу, что это китайка, не знаю ее косые глаза, очень интересно. Это озеро моего детства. И раньше мы вообще всегда здесь бы поставили камп, понимаете? Здесь. А сейчас мы там. Потому что там есть деревья и холод, понимаете? Как-то не хочется здесь на солнце сидеть. Потому что здесь солнце очень горит, очень жарко. Потому что это озеро, во-первых, вода. А во-вторых... Простите, сядь доле. Фиби меня толкает, дергает. Во-вторых. По два это лес, ну, горы. Гора, понимаете? Да. Мой русский иногда вот такой.
А друзья, которые со мной говорят, они знают, что я лучше говорю, когда кто-то со мной говорит. Эта девушка очень красивая, это косоглазая, экзотичная такая. Вот она сидит и смотрит там, она бы хотела освоиться здесь, как ее отец. Они мне ручку, они махали мне. И о, какая красивая. Что я говорила вообще-то? Фиби, сади долы. Ужасный контент у меня. Вот сейчас народ пелится. Ну, не как это дяденьки там, дедушки. Да. Здесь прошло мое детство. Вот сейчас и юность. Да, неплохо. Здесь были люди, которых больше нет, так что все это напоминает. Есть разные воспоминания здесь. Вот, давай мы ближе в воде будем. Я люблю, чтобы всегда со мной были мои собаки. Но, есть одно но. Полако, она торопится. Есть одно но. Когда я ее, то есть их куда-то привожу, вот как будто здесь близко к воде, я постараюсь, чтобы она сделала все это, что делает собака, ну, покакать и остальное там подалеко отсюда, понимаете? Потому что здесь дети играют все-таки, народ. Ну, есть люди хуже этих собак. Ну да, и мне жалко так. Усорить и все остальное, что идет с этим. Вот такая вода. Да, это озеро. Надо днем показать, потому что у него красивая как говорится, красивый цвет. Очень красивый цвет этого озера. Днем. Особенно днем. Такой зеленый, голубой, не знаю. Покажу завтра. Будет несколько видео вообще-то. Вот это не знаю, что там. А. Да. Да. Посмотрите, я хочу тоже такой домик. Вот, Фиби. Не надо писать здесь. И я также думаю, когда вы приводите здесь свою собаку, нужно, чтобы она была вот на этом. Я забыла, как говорится. Привязана. В смысле, потому что это не ваше озеро, не ваш двор, как говорится. И они могут между собой покусаться. Лучше спросить, эй, возможно, мы будем играть. И так далее. Я вам сейчас показываю вечер, а завтра буду снимать, когда будет полно людей. Ребячит. Народ ребячит. Пока. Пока.